Скоро Великий пост, а мы ближний человек против веры. Ее раздражает, как поступать. Пишет Лариса. Но не будьте человеку угодниками до конца. Старайтесь иметь мир с людьми, но если этот мир с людьми выражается в том, что вы ничего для Бога не делаете, ну тогда разберитесь, так можно всю жизнь людям угождать, а в народ, например, ни разу не попаститься. Есть вещи, когда надо быть, то есть он важнее все-таки он важнее. Поститесь, пуститесь, пусть раздражается.